Здравствуйте всем, это видеообзор от компании Bestime. Сегодня мы рассмотрим часы Nike Force Savona. Это новинка, у нас она недавно появилась, моделька кварцевая, с электронным циферблатом, на стальном браслете, с двухуровневой застежечкой. Вот. Так, ремешочек регулируется, для кого он будет большой. Тут вытаскиваются звенья, можно укоротить. Так, стрелка, время мы выставляем заводным ключиком, вытаскивая его на себя немножко, и вот у нас вращаются стрелочки. После того, как мы выставили нужное нам время, фиксируем его. Чтобы настроить часы, сейчас покажу вам несколько функций. Есть подсветка, это при нажатии на левую верхнюю кнопочку. Ночью хорошо видно. Это нажимаем левую нижнюю кнопку. У нас включается секундомер. Секундомер запускается правой верхней. Ей же останавливаем и правой нижней сбрасываем на ноль. Нажимаем еще раз, это у нас настройка будильника, происходит аналогично как с секундометром. Правой верхней выставляем нужные часы и минуты, а правой нижней делаем переходы. Нажали еще раз левую нижнюю кнопку, у нас мерцают секунды. Теперь нажимаем правую нижнюю кнопку, у нас мерцают часы. Как видите, после 24 у нас начался режим 12, то есть не 24. В дальнейшем мы будем выставлять, и время будет вот AM, PM показывать. И чтобы выставить формат 24, мы вот немножко вперед понажимали, у нас формат 24 включился. Выставили нам нужное время, нажимаем правую нижнюю кнопку минуты, выставляем правой верхней кнопкой минуты. Нажимаем еще раз правую и нижнюю, выставляем месяц, слева в углу у нас начинает мерцать число, возможно вам плохо видно, сейчас постараюсь контрастность навести. Вот таким же образом дату выставляем, дни недели, Friday, Saturday, Sunday, Monday. И фиксируем левой нижней кнопочкой. Все, у нас все сохранилось. Можем данными часами пользоваться. В данной модели можно плавать. Единственное, не рекомендуем нажимать на кнопки под водой. Плавать можно до 2 метров. Вместе с часами идет гарантийный талон. И инструкция. Всем спасибо за просмотр.